Здравствуйте! В студии работает Александр Пасечник. О главных новостях из жизни русского мира вы узнаете прямо сейчас, в этом выпуске. Патриарх Кирилл объявил год памяти Александра Невского. Дети в Узбекистане смогут изучать русский язык. О жизни писателя-юбиляра расскажет проект «Читаем Лескова». А теперь более подробно об этих и других новостях. Российские педагоги и специалисты отправятся в Узбекистан, чтобы совершенствовать в республике преподавание русского языка. Уже скоро работа начнется в школах и детских учреждениях. В реализации нового проекта помогает Министерство просвещения России. Научить говорить. Так звучит главная задача образовательного проекта «Класс», над которым уже сейчас работают лучшие отечественные методисты и преподаватели. Проблема изучения русского языка в Узбекистане стоит особенно остро. В школах не хватает специалистов, а многие педагоги просто не обладают должной квалификацией. Именно поэтому фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» было решено поддержать новый проект по повышению качества преподавания русского языка и общеобразовательных предметов в республике. Узбекистан. На сегодняшний момент два министерства Узбекистана, Министерство образования и Министерство просвещения заключили соглашение о том, что мы проводим совместные действия по повышению преподавания русского языка как иностранного в системе образования Республики Узбекистан. Конечно, любой иностранный язык дает нашим детям право на будущее. 100 российских специалистов отправятся в Узбекистан, чтобы провести анализ потребностей педагогов республики, а также начать работу в школах и образовательных центрах. В основном преподавание отдают тем методистам, которые имеют наибольший опыт преподавания. Особую поддержку оказал Российский государственный университет имени Герцена, который уже более года успешно сотрудничает с республикой. Именно здесь проходили тренинги для преподавателей, участников международного проекта «Класс». В прошлом году уже 4000 школьных преподавателей из 14 разных регионов Узбекистана вот прошли тестирование. И сейчас мы представляем себе, где какие проблемы с компетенциями в области русского языка существуют. Кроме этого, проведено тестирование у более чем 1000 старшеклассников. И мы тоже знаем, так сказать, с каким уровнем узбекские школьники в разных регионах Узбекистана заканчивают школу. Российско-узбекский проект «Класс» является продолжением гуманитарного направления Министерства просвещения России «Русский учитель за рубежом». Оно уже успешно доказало свою востребованность во Вьетнаме, Киргизии и Таджикистане. Заступник земли русской. В этом году россияне отмечают 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. Блестящий полководец и политик оставил значимый след в отечественной истории. В тяжелый для Руси военный период ему удалось не только сохранить территории государства, но и укрепить национальное самосознание. На Русь! На Русь! Ни одного проигранного сражения, верность своему народу и Богу, Александр Невский еще при жизни стал настоящим героем Отечества. Во время его правления на Руси все еще царили княжеские усобицы, а со стороны Запада и татаро-монгольского ига нависла серьезная угроза войны. Несмотря на это бедственное положение, князь Александр Невский сдержал угрозу неприятеля и полностью изменил позицию Руси на международной арене. В 2021 году мы отмечаем 800-летие со дня рождения благоверного князя. По указу председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона на протяжении всего юбилейного года будут проходить памятные мероприятия. Для Русской Православной Церкви 2021 год станет официальным годом памяти Александра Невского. На все времена он остается для нас великим примером ответственности за то место и то дело, на которое тебя поставил Господь. Самое страшное – это безответственность, которая порой, как вот этот ковид, нападает на душу человеческую. И тогда начинаются все беды и напасти нашей земли и нашего народа. Праздничные мероприятия будут проходить по всей стране, а особую программу подготовят монастыри и храмы. Там будут организованы богослужения и крестные ходы. Подробную информацию о праздновании 800-летия Александра Невского можно посмотреть на официальном сайте aNevsky800.ru. Календарь событий, полезные фото и видеоматериалы регулярно обновляются на портале.
60 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком, который покорил космос. Мы вспоминаем это народное достижение и в течение всего года рассказываем о самых интересных новостях в космической сфере. Помогает в этом наш партнер телестудия Роскосмоса. На этот раз вы узнаете о спутнике, который передает нам снимки разных планет. Геостационарный гидрометеорологический космический аппарат «Электро-Л» номер один был выведен на околоземную орбиту в январе 2011 года. Это первый спутник в составе космической системы «Электро», разработанный в НПО имени Лавочкина, входящем в состав госкорпорации «Роскосмос». Цель системы – обеспечение оперативной гидрометеорологической информации различных ведомств. В апреле 2012 года российский спутник «Электро-Л» номер один сделал одно из самых подробных изображений нашей планеты, полученных метеорологическим аппаратом. Снимок Земли с разрешением 121 мегапиксель. Космические аппараты «Электро-Л» обеспечивают круглосуточное получение многоспектральных снимков облачности и подстилающей земной поверхности в пределах всего наблюдаемого диска Земли и передачу их на станции космической связи, расположенные в Европейском, Сибирском, Дальневосточном центрах научно-исследовательского центра планета. После обработки космической информации используются подразделениями Росгидромета, в том числе для синоптического анализа и прогноза погоды в глобальном масштабе. Русский быт, национальные особенности и характер – все это можно найти на страницах произведений Николая Лескова. Его творчество современные критики считают незаслуженно забытым, а самого Лескова называют писателем с по-настоящему русской душой. 190 лет назад родился литературный критик, публицист Николай Лесков. Произведения писателя отличались от прозы того времени. Лесков мастерски использовал разные художественные жанры и стили. А главными героями его очерков становились люди совершенно разных сословий. Все это создавало уникальные литературные образы и эксперименты. Специально к юбилею писателя появился мультимедийный проект «Читаем Лескова.рф». На интернет-портале собраны документальные фильмы и программы, которые расскажут о творчестве Николая Лескова и его биографии. В сборе уникальных материалов и организации проекта участвовал народный артист России Александр Михайлов, а также поэт и литературовед Константин Кедров. Проект «Читаем Лескова.рф» возник в 2017 году. К сожалению, мы были единственными, кто начал проводить в Москве мероприятия, посвященные великому русскому писателю Николаю Семеновичу Лескову. В этом году исполняется 190 лет со дня его рождения. И нас, конечно, очень радует, что дни памяти в этот раз пройдут во многих городах и странах. Искренне надеемся, что все это не окончится вместе с юбилейным годом и особенно юбилейным днем. И зародившиеся инициатива превратится в хорошую, добрую традицию. В преддверии юбилея Николая Лескова на интернет-портале также проходила народная акция. Каждый желающий мог рассказать на видео любой отрывок из произведения писателя. Лучшие исполнения транслировались на сайте 16 февраля, в день рождения Николая Лескова. Пока в России все еще хозяйничает зима, а за окном бушует ветер вьюга, в Германии уже встречают главный весенний праздник. Наш народный корреспондент Анастасия Грац подготовил репортаж о веселом карнавале, который прошел в стенах русского центра города Нюрнберг. Привет всем! Как вы уже смогли заметить, к нам пришла настоящая зима. Холод, снег, мороз. Но вместе с снегом к нам пришел и праздник. А что это за праздник, вы вскоре узнаете. Главное, не переключайтесь. Скажу вам по секрету, в русском центре мы подготовили целый праздничный онлайн-урок. Вместе с Леной Барон, вот, я вас уже давно не видела, скучаю за вами. И вот решила провести такой необычный урок. И правда, этот урок был необычным. Яркие костюмы, разукрашенные лица детей. Этот урок, посвященный фашингу, то есть карнавалу. Ребята могли вместе с нами нарисовать клоуна с большими глазами, с разноцветным париком и большой шляпой. Даже я успела со своим помощником нарисовать вместе с детьми красивого клоуна. Все рисовали, старались,
И вот что из этого в итоге у нас получилось. А гвоздь нашей программы были путешествия по трем странам. Первой была Италия, показав нам венецианский карнавал. Второй была Германия, продемонстрировав свой фашинг. Ну и, конечно, мы не забыли про Россию, про нашу Масленицу. Что-то детки засиделись. Пора и потанцевать. Сегодня были и еще попали в Россию. А где больше всего вам понравилось? Россия! Россия! О, замечательно, потому что мы русско-немецкий культурный центр. Правильно, потому что мы русский центр. И мы всегда стараемся, чтобы угодить нашим ребятам. И чтобы каждый урок казался праздником. Поэтому записывайтесь и приходите на наши уроки. Мы вас ждем. И мы говорим вам пока! Спасибо! До свидания! Пока! О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе проходит интересное мероприятие, связанное с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости rm@yandex.ru. До новых встреч и до свидания.